Время. Чуть-чуть, протяни пятку. Добрый день. Сегодня акция ребят, посвященная водителям транспортных средств. Если вы не заняты, можете выйти. Ребята, мы подготовили лозунги, плакаты, обращения к водителям. Если вы хотите остановить машину, то останавливайтесь в строго определенном месте. Никогда не пробежайте скорость. Всегда пристегивайте ремень безопасности. Включайте габаритные огни. Будьте очень осторожны ночью. Водитель, давайте обеспечим безопасность не только себе, но и окружающим. Будем соблюдать правила дорожного движения, потому что нас кто-то любит и ждет дома. Счастливой вам дороги! Спасибо. Спасибо. Молодцы, ребята. Мы еще больше будем соблюдать правила дорожного движения. Ну и вы тоже будьте, пожалуйста, внимательны. Не перейдите на дорогу. Прежде чем перейти в пешеходный переход, пожалуйста, посмотрите по сторонам. Близко машины, либо далеко. Да. Иначе это резкое торможение, когда вы убегаете. Опасно и для нас, и для вас. Хорошо? Да. Спасибо. Спасибо большое вам. И вам спасибо. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. Сегодня в акции участвовали учащиеся 12 и 23 школы. Они подготовили плакаты и обращения к водителям, чтобы они были повнимательны на дорогах нашего города. Водители, будьте внимательны!